Добрый день, дорогие друзья! Сегодня рассмотрим интересный тренд по золоту, который я взял при помощи buy стопа. Собственно, имеем новостной тренд, который обвалил золото, обновил дневные минимумы, и собственно внизу появилась хорошая плотность, пробой которой был бы интересен уже на buy. Понятно, что продавать уже внизу не очень интересно, но покупать на падающем рынке очень опасно. Вот. К тому же стопы покупателей стоят сейчас только на минимуме, и имеем хорошую плотность, где они хорошо скопились. То есть, если я сейчас просто куплю по рынку, то получу вот такой вот стоп-лосс, как, собственно, и все, кто попал в эту микроловушку. Но если вы поставите buy стоп за такую плотность, то вы будете вне рынка и при этом дадите ему шанс пойти в вашу сторону. Собственно, это дешево и сердито. Вот, соответственно, после пробоя такого накопления здесь уже можно поставить стоп за минимум, за который еще не успели поставить стопы покупатели, просто потому что они не успели появиться за одну минуту, скажем, после этого минимума не было хорошего накопления, чтобы люди успели туда поставиться. И как говорил MyTrade, да, ставьте стопы туда, куда их никто не ставит. Вот так, собственно, здесь получилось. Значит, что? Плотность пробилась, движение пошло, фактически это фиксация продаж уже под вечер после новостей по баксу, да, которые отреагировали на золото. Вот. И имеем движение к ближайшему сопротивлению, где можно и зафикситься. Собственно, без убыток я уже перевел. Жду ближайшего сопротивления. И мы подходим к нему. И здесь как раз же есть плотность. Вот где можно тоже выйти. Продавцы сейчас тоже за эту плотность могут стопиться. На их стопах можно выйти. Это будет, как правило, какой-то сильный импульс. Вот. И, собственно, вот он, да. Вот она активность. Это отличная точка для выхода. С вами был Энжи. До новых встреч. Всем профитов. Пока.